Опять в купола слова Людмилы Ларкиной, музыка протоиерея Петра Акимова. Отражение неба заглянуло опять в купола. Сквозь них осветил серебристый холодный родник. И молитва тоски на меня позвала уложить свою душу в глубокий от глаза тайник. Только в том тайнике согревает немая печаль, где тоска, где покой, где разлука ни с кем не грешит, где за мыслями кроется дивная тихая даль. Только там нахожу я источник для битой души. Одиночество неба и в стеклянных мечтах пустота. Одиноко в толпе и страшнее безликость пути. Я напьюсь тишины от величия силы поста, и меня среди всех снова вам никогда не найти. Только в том тайнике согревает немая печаль, где тоска, где покой, где разлука ни с кем не грешит, где за мыслями кроется дивная тихая даль. Только там нахожу я источник для битой души. Отражение неба заглянул опять в купола. Скорби миг осветил серебристый холодный родник. И молитва тоски безутешно меня позвала уложить свою душу в глубокий от глаза тайник.